Только в Ухте за неделю популяризации донорства крови на станцию переливания пришли 206 человек. 19 из них стали донорами впервые. Благодаря неравнодушию горожан и работе медиков удалось заготовить свыше 106 литров крови. Сдача крови часто овеяна бытовыми мифами, например, о том, что якобы процедура вызывает привыкание. Но это вовсе не так. Ответить на вопросы и развеять сомнения тех, кто приходит сдать кровь, всегда готовы специалисты медики станции. То есть человек сам определяет, хочет он сдавать или не хочет он сдавать. Это в первую очередь быть донором, это очень полезно, в первую очередь потому, что у нас идет профилактика всех наших сердечно-сосудистых заболеваний. Это у нас снижается холестерин, когда человек у нас постоянно сдает кровь и плазму. Это у нас снижаются все риски атеросклероза. Стимулируется иммунная система. То есть наши доноры, они реже болеют, это факт. К слову, часть собранной крови уже пошла в дело. Для нужд медицинских учреждений только на прошлой неделе Ухтинская станция переливания крови передала 48,5 литров.